В сегодняшнем сюжете хочу раскрыть некоторые практические моменты, которые влияют на клюв кефали. Когда кефаль моет, кипит и клюет, это признак подготовленного и успешного рыбака. Но когда на рыбалке рыбак сталкивается с тем, что кефаль много ходит, но наживку прямо игнорирует рыба, виноваты все – погода, снасти, рыбак, который сидит рядом и ловит. Но вся причина только в одном – в неправильном подходе к рыбалке.